Добрый всем день. Середина зимы, февраль месяц. Снега очень и очень много. И сейчас, сегодня, самый надежный и самый нужный помощник в хозяйстве – это, конечно, снегоуборщик. Я сейчас покажу свой снегоуборщик и расскажу некоторые нюансы его эксплуатации и вообще, как он ведет себя, как заводится, как работает и все остальное. Снегоуборщик Home Garden. Конечно, производство Китай. Ширина ковша 55 сантиметров. То, что надо для участка. Четырехтактный двигатель 5,5 лошадиных сил и вес 70 килограмм. Ничего лишнего. Две рукоятки. Нажмешь левую, машина поедет. Правая включает двухступенчатую систему выброса снега. Удобное управление направлением выброса. Здесь же можно отрегулировать дальность выброса снега. В поле повыше и подальше. У забора соседа поближе. Ну и скорость перемещения в пространстве 5 вперед и 2 назад. Удобные широкие колеса с возможностью разблокировки. Эту возможность, правда, за 8 лет эксплуатации ни разу не использовал. Шнек снегоуборщика хорошо режет даже лежалый снег. Красная фифочка – это включение электричества. Заливаю 92-й бензин и все готово к работе. Открываю бензиновый кран. Белая ручка – это открытие и закрытие заслонки. А наверху – это газ. Направо больше, налево меньше. Если двигатель холодный, все должно быть в левом, крайне левом положении. Пару раз нажимаю на ручной бензиновый насос. Включаю электричество и дергаю за ручку ручного стартера. Электрического стартера здесь нет, а оно мне надо. Даже в 20-градусный мороз дергать приходится 2-3 раза, не больше. Двигатель прогрелся, и можно прибавить газу и открыть полностью заслонку. Включаю передачу вперед, нажимаю на ручку хода и поехали. Назад и поехали назад. Нажимаю на правую ручку и включается система выброса снега. Снегоуборщик слушается хозяина, как вышколенный щенок. С эксплуатацией вообще проблем никаких. Два раза за 8 лет менял масло в картере. И один раз в редукторе шнека. Да пару раз регулировал полозья. Да еще снял решетку с канала выброса снега. Поехали! На дорожках сейчас снега маловато, потому что все уже давно почищено. Очень, конечно, удобная машина,
для участков. Купил ее 8 лет назад, и она ни разу меня не подводила. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем доброго здоровья и до свидания.